Ну что, ребята, всем добрый-добрый вечер. Сегодня 12 апреля 2024 года. И мы наконец-то сегодня справились с нашими мальтипу. Сегодня они ездили к грумеру. Это вот наш малыш, маленький карамельный миник по кличке Мерсик. Вот так он теперь остригли. Вот такая вот у нас получилась прелесть, да, Мерсик? И у нас стриглась Ламборджини. Вот эта крошка, она оказывается, когда их подстригли, Ламборджини светлее, чем Мерсик чуть-чуть. Прям совсем красавица. Тоже очень-очень маленькая. Посмотрите, насколько она уменьшилась. И теперь у нас они вот так вот видоизменились. И я хочу напомнить, что мальтипу у нас в поисках папочек и мамочек. Уже ухоженные, мало того, что приучены. Что, Мерсик, непривычно, что что-то не болтается много всего, да? Мало того, что они у нас приучены к пеленке, к прогулкам, они на правильном питании, воспитаны, привиты, чипированы, а теперь еще и после грумера. Вот такая вот прелесть. Да, у Суси течка, сейчас они поиграют немного, и пока еще опасностей никаких нет, но мы посматриваем. Вот такая вот у нас сегодня история. Ну, ребята, это еще не все. Мы гуляем. Сейчас я еще выпущу часть собачек. У нас не все вышли. Так, кто там лает? И вы увидите еще одну новость. Я думаю, вы будете так же удивлены, как и я сегодня. Так что ждите. Сейчас чуть погуляем. Я выпущу. И вы кое-что увидите. Да, да, да. Вот так веселятся детвора. Веселится детвора. Делаю мельче, чтобы было видно. Кудряшей наших. Да, кудряшей наши. Наших красных пуделей. Как видите, мама Шагане после родов. Надо тоже ее уже приводить в порядок. Она, видите, такая посветлее, но она тоже красная. А вот это вот такой вот, скажем так, абрикос. Но у мальтипо он называется карамельный. Да. Сейчас мне бы их вместе, но я покажу, когда они будут играть. Я покажу их, как они отличаются окрас у Мерсика и Ламборджини. Так непонятно, их надо вместе увидеть. Вот она, Ламборджини. Вот она, посветлее. Такая карамелька, такая смешная. Это мама их, Анжела. Анджи. Короче, сейчас вы увидите папу и остальных. А мы гуляем. Жара ушла. Прям совсем хорошо. Тебе не прохладно, нет? Да, прохладно? Нет? 21 сейчас. Солнышко уже ушло. Боже, как им нравится здесь вот кувыркаться и играть. Вот они. Гав-гав. Камила. Девочка. Так, а что у нас Аюшка все уши отклеил и бегает? Заклей, он все отклеивает. Ты посмотри. Так же, как и вот этот вот красавец Артек. Все поснимали. Да, все поснимали. Суши. Уши уже стояли, опять упали. Будем клеить. Так, ну что? Пойду сейчас папе скажу, чтобы выпускал. Так, ну что? А сейчас вы кое-что увидите. Кипиш, кипиш, кипиш. Кипиш, кипиш. И так, и так, и так, и так. Что я хотела показать? Что я хотела показать? Сейчас я покажу. Сейчас весь движ угомонится. Потому что так не разглядеть с первого раза. Итак, давайте смотрим. Смотрите, пожалуйста, на нашего Нептуху. Нептун! Нептунчик, на! Нептунчик, иди на ручки! Нептун, иди скорее ко мне! И бадам! Нептун готовится к выставке. И сегодня он тоже был у грумера, как вы это уже заметили. Подробные видео его красоты я выставлю чуть позже. А сейчас мы просто гуляем. У нас тут кипиш, 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 кипиш. Так, Шагане, в чем дело? Это ты гавкаешь? Нептуха? Вот так, вот такой вот Нептуха. Папа наших мальтипушек. Нептуха, у Нептуха учуял своих детей. Движняк, 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 движняк.
Вишня, кто тут за мной бегает? А за мной бегает сынок, золотой сынок. Лавушка, моя девочка, иди ко мне, послушная моя, ласковая моя, родная моя, красивая, да. Самая-самая лучшая. Да, да, мои все лучшие, и ты лучшая. Аксонька, Аксенова, Атика-тика. Веселушкины, веселушкины. Чего вы к Айве пристали? Айва села, видите? Села посидеть. Да. Ой, 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 Аюшка облизывает маме глазки. Купидончик пришел поцеловаться. Вот такой семья такая, семья. Ой, папа, дочка, жена, жены, скажи, да? Вот такие мои собаки хорошие. Да. А Ксюша моя, что, Арпиша? И Жорик с нами гуляет, Мажорик с нами гуляет, да. Лавандушка, лавушка. Воспитывайте Марата, да, учите, учите. Учите, красотуна. Так, что вы там? На. Веревочка, веревочка, веревочка. Веревочка, веревочка, веревочка. Тихо. Вот, смотрите, видите, мальчику вместе. Мальчишка Мерсик у нас потемнее чуть-чуть оказался. А? Они как будто бы такие, знаете, без шерсти, как будто у них движения даже такие как-то. Им видно, что им чего-то не хватает. Ну ничего, приучатся. Прямо видно, да? Ерема. Это Ерема. Это Еремей. Это Ерема. Расскажи, расскажи, скажи. Мама, папа, вы где? Мальчик в продаже. Вот такая вот милота. Бьюк, что мы там уплетаем? Уплетаем. А, веревочка. Веревочка, ракушечка. Девчонки и мальчишки. Рошель даже гуляет с нами. Да, красавец Рахат. А где мой пудель? Нептуха? Кто там? Папа, там папа. Все знают, что папа вышел. И вас с собой не взял, да? Нептуха? Нептун? Кажись, видели? Вы видели это? Вы видели, что у нас был настоящий пудель, оказывается? Жил подбородкой. Ой, насмеялись сегодня. Это я не думала, что я приму такое решение, честно. Я люблю бородачей. Но-то это случилось, ребята. Это случилось. Так, Сусяна, это они на тебя уже тут кобели начинают. Игры. И самое кобели. Посмотрите, кобели кобелями. А что Гера с Марусей там нашли, я не могу понять. Ладно, мальчишки тут развеселились. Сейчас немного погуляет, если будут доставать, закрою ее. Хочется, чтобы побегала, но это без мальчишек только должна быть игра. Пока это все безопасно, опасные дни. Еще рано. Да, сестренки. Братишки и сестренки, а также их родители. Так, так, Рахат, я все вижу. Угу. Движок, движняк, движняк. Куча мала. Маруся! Ты чё, омарусилась, что ли? Так, а здесь что у нас за любовь? Царица моя. Царица моя любимая. Да. Сегодня грумер на нас потратила. Сейчас я вам скажу. Мы, значит, к 10 привезли первую собаку и в 16 забрали. Вот столько часов без остановки на нас потратила сегодня наша грумер. Прям целый день с нами провела. Представляете, какой это труд. Это труд еще тот. Но эффект налицо. Да, Нептусик? Нептусик, вот он, вот он. Ой, ты, боже мой. Ой, какое здесь веселье. Что здесь за радости? А Жасмина тоже не пошла. Ракушка, ракакушка. Так, что вы мне там врезались? Детки, детки, конфетки. О, малышня наша загавкала. Ясли, бабушка пошла к ним уборку делать очередную. Очередную, где-то пятую, наверное, уже за сегодня. Чтобы были собаки в порядке, надо убирать часто. А что такое, Анжела? Ты что, не узнаешь Купидона? Или своих детей? Анжела! Анжи! Ты моя кукла! Девочка моя! Что, Арпиша, стоишь, слушаешь?
Сабина, а ты к нам не желаешь, Сабина? Боже, что тут творится? Посмотрите, вот тут все, сбежали. Феодосия за мной ходит. Да, Артекушка. Артекушка. Вот мамашки, вон, пожалуйста. Я вам сегодня показывала с утра мамашку нашу. Лёлю, а вот наши мамашки, которые откормили уже своих детей, даже на выставку уже успели сходить. Жаночка и Акса Берсен играют и веселятся. Да, Аксёнова моя и Жаночка, милые такие, красавицы. Хочу напомнить, что Акса Берсен — это дочь нашей Радужки и Роликса, и внучка Филечки. То есть ее детки, которые сейчас в поисках папы и мам от шамана, имеют вот такую домашнюю здесь живую родословную, помимо настоящей бумажной. Угу. Вот так-то. Пошли у нас раскопки, раскопки. Угу. Дядю мою девочку, панашку, панагийка, паночка, паночка. Так, малышка елка прибежала, убежала. Кусты. Это кто у нас там такой звонкий? Кто у нас там такой звонкий? Пелагея. Так, ну что, ребят, на этом я буду... Эту веселую прогулку мы, конечно, продолжаем. Но я буду заканчивать это видео. Со мной дочка хочет пообщаться. Всем пока. Я думаю, вам понравились наши новости. Нельзя кавкать. До новых видео, до новых встреч. Оставайтесь с нами на нашем канале питомника Чихуахуа и Пуделька Стропова, чтобы не пропустить новости нашего питомника, которые, естественно, происходят у нас практически каждый божий день. Всем пока, обнимаю, до новых видео. До новых встреч. С уважением, Екатерина. Питомника